Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Как вам сегодняшний старт? Вы выступали в таких соревнованиях подобных раньше? Нет, у меня первый раз опыт такой. Это очень здорово, классно. Такой атмосферы не хватает на самом деле на чемпионате России, потому что там маленько все такое, не такое яркое, эмоций таких нету. То есть там классика, а здесь, ну, как бы такое инновационное, да? Да, да, там все такое по-домашнему, такое все спокойно, а здесь эмоции, люди есть, и есть от кого подпитаться энергией, камеры есть, и это все очень заводит, мотивирует и приносит удовольствие. Но вы знаете, писали других видов спорта, пролифтеры, кроссфитеры, и вы знаете, они подсматривали на вас, когда во время соревнований ходили, смотрели. То есть, что это такой вид спорта интересный? Так что... Ну да, мы друг друга питались эмоциями, потому что они все-таки такие здоровые, а они смотрят, мы такие прям все такие стройные, поджарые, и для них это, наверное, что-то такое новенькое, они так не привыкли таких видеть. Такая спасибо. Агитация получается. Ну да, да, они не привыкли, мне кажется. И для них интересно, для нас, они для нас какие-то вообще мутанты. Ясно. Ну вы будете еще раз участвовать, если вас пригласят сюда, поедете? Да, я бы с удовольствием поучаствовал, потому что это такой эмоциональный, приятный. Еще раз увидеть своих братьев по многоборью, это лишний раз пообщаться, побороться в секторе, это очень круто. Ну тогда вам желаю успехов, приезжайте. Спасибо. Я думаю, будет интересно. Удачи вам. Спасибо большое.